Добрый день, уважаемые пользователи сети интернет. Сегодня я хочу вам продемонстрировать нового бота для спама ВКонтакте. Данный бот умеет спамить по стенам открытых групп, по друзьям, личным сообщениям, ну а также он имеет ряд других свойств. Сейчас я вам продемонстрирую, наглядно рассмотрев каждую функцию, чтобы у вас было меньше вопросов. Заходим в папочку «Спам». Сам бот ВК «Спам» имеет вот такой вид. Заходим в него. Сам бот маленьких размеров, расширяться не умеет. Вписываем логин и пароль. Желательно иметь фейковый аккаунт ВКонтакте, так как если вы будете часто спамить, то аккаунт ваш заблокирует. У меня уже имеется уже ряд фейковых аккаунтов, которые я потом выложу, и вы сможете их использовать. Вводим логин пароль в виде мобильного телефона. И у нас уже имеется пароль. Нажимаем старт. Бот имеет вот такой вид. У него есть функция спамить под группам, спамить друзьям на стену, спамить друзьям, выйти из групп, удалить из друзей, очистить стену, забанить пользователя. Также имеет функцию ВК-парсер, то есть мы можем искать открытые группы по тегам. Далее я вам это покажу. А также чекер ВКонтакте. Он работает таким способом. Пишите логин и пароль через двойное двоеточие. Сворачивайте программу, вписывайте сюда список аккаунтов. Бот проверяет, валидный аккаунт, то есть рабочий, или невалидный, то есть нерабочий. Очень удобная функция. Ну и все, естественно, отображает. Далее. Желательно иметь ключ антигейт. Ссылку, где его можно найти, я вам скину под описанием. Включаем галочку. Этот ключ нужен для того, чтобы не вылезала капча, чтобы вы могли удобно пользоваться данным ботом. Выбираем текст для спама. Выбираем «Заходи сюда». Здесь много сплетен. И выбираем какой-нибудь сайт. Но у меня уже есть заранее подготовленный. Триерс. Сайт сплетен города Харьков. Вставляем ссылочку. Далее нам нужно найти группы по тегам. Мне нужны группы только те, которые есть в Харькове. То есть пишем теги. Харьков, КХ, первая столица. Ну, я думаю, этого будет достаточно. Нажимаем «Начать» и ставим галочку вот, «Парсить группу с открытыми стенами». То есть бот сам ищет группы, которые есть из Харькова, и откидывает группы те, у которых стенка открытая. Начинаем. Групп, как видите, много. Можно искать до 5000, но также можете выставлять и свое значение. Возьмем парочку групп. Я думаю, групп 10 нам будет достаточно. Дам вам совет. Бот можно использовать несколько раз. Потом желательно дать ему передышку в 10-15 минут, так как бот начинает тупить очень сильно. Останавливаем. Нашел уже 16 групп. Список можно чистить. Очень удобная функция. Выбираем 16 групп харьковских. Можете сообщение дублировать. Тогда бот будет писать по 2 раза. Мы продублируем 3 раза. Текст для спама у нас имеется. Нажимаем «Начать». Написано, сколько групп авторизовано. Вот бот пишет на стенке. Ищем эту группу ВКонтакте. Вот, Харьков Сити. Вот, заходи сюда, здесь много сплетен. Freers.com. То есть вы видите, что бот отлично работает. Бот будет спамить несколько раз одну и ту же запись, если группа будет повторяться. Всем спасибо. Удачного просмотра. Если у вас возникнут вопросы, пишите в Skype, в ICQ или на почту. Ниже будут указаны мои контакты. Всем спасибо за просмотр. Всего доброго.